Не забываем уверенность, спокойствие, сила, красота, богатство. Когда человек уверен, он спокоен. Спокойствие приносит силу. Он становится красив. В сочетании все качества вместе дают самое главное – богатство. Богатство, ощущение, единение и владение этим миром. У меня девиз, то есть каждый человек должен иметь свой девиз вообще. Первоначальным у меня девизом был такой: знание было, есть, будет самым большим богатством в мире. Дальше у меня изменился девиз, хотя и этот остался. И вот сейчас вот такой девиз: человек для мира, а мир для человека. Это ж так прекрасно. Так прекрасно. Порожденный этим миром, этой вселенной человек не просто там живет и ковыряет эту вселенную, как нечто чужеродное, а он является с ней единым целым, ее порождением, нужным ей, созидающим фактором.